Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Именно так каждый раз в эти июньские дни мы обращаемся к вам, потому что вы истинные друзья вечной музыки духовых оркестров. Вы знаете, мы этот вечер ждем все с нетерпением. Каждый фестиваль, а он уже четвертый, ежегодно проходит на Тамбовской земле. И сегодня испытываешь особые чувства, когда предстоит назвать имя человека, который сегодня, несмотря ни на что, а вы сейчас в этом убедитесь, присутствует сегодня здесь, среди нас. Это дочь Василия Ивановича Агапкина, Аза Васильевна Свердлова. Ее супруг Валентин Георгиевич. Внук Владимир Михайлович Шишкин. Внучатый племянник Александр Владимирович Шишкин. Практически вся семья Агапкиных во главе с Василием Ивановичем здесь, сегодня, в Тамбове.